Группа компаний ГИК запускает новые проекты социальной поддержки инвалидов. Сегодня группа компаний ГИК – это не только надежный застройщик и инвестор, а еще пример социально ответственного бизнеса. Мы прилагаем массу усилий, чтобы оказать помощь важным категориям граждан страны и региона. Именно поэтому мы запустили уникальную социальную программу «Свое жилье», по которой сотни семей Кубани приобрели свое жилье с использованием субсидий. Чтобы дать возможность людям с ограниченными возможностями жить в комфортных новых квартирах, мы запустили проект «Свое жилье» для инвалидов и их близких родственников. Мы предлагаем этой категории беспрецедентные условия субсидирования жилья и возвращаем до 35% от суммы первоначального взноса. Уверена, что эта мера станет значительной помощью для семей, нуждающихся в поддержке. Поддержка инвалидов – это задача, которую нужно решать сообща. Каждый может оказать свою посильную помощь и помочь тем людям, которые, несмотря ни на что, сильны духом и полны оптимизма. Недавно мы присоединились к проекту, который создал один из дольщиков ГИК, житель жилого комплекса «Времена года» и популярный танцор Евгений Смирнов. Мы взяли шефство инклюзивной школой танцев Евгения «Рыжий дэнс», где занимается более 30 детей-инвалидов. Уверены, что наша поддержка поможет ребятам добиться отличных результатов, найти новых друзей и стать чуточку счастливее. Я очень рад, что стал жильцом одного из домов ГИК, что судьба меня свела с людьми, которые здесь работают. Всех их объединяет одно – неравнодушие. Желание помогать людям, которые в этом действительно нуждаются. К сожалению, той поддержки, которую оказывает государство инвалидам, не хватает для достойной жизни. Именно поэтому проект «Свое жилье» может стать реальным шансом для покупки квартиры таких семей. Группа компаний ГИК помогает не только словом или сочувствием, но и делом. Доступная среда современных домов и комфортные условия – очень важная составляющая социализации инвалидов. Хорошо, что руководство компании это понимает. Кроме того, ГИК помогает нам реализовывать проект «Школа танцев Резиденс». Этот проект призван показать, какими талантливыми бывают ребята с особенностями, каких успехов могут добиться. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наш проект всероссийским. Тогда сотни детей с инвалидностью смогут посещать наши школы, чтобы танцевать, общаться и выступать вместе. Я благодарен ГИК за поддержку нашего проекта и внимание к людям с инвалидностью.